Всем привет! И сегодня у нас в кратком обзоре игрушка под названием «Третий глаз». Нам предлагают выбрать сложность «Ужас» или «Кошмар», и то плохо. Но возьмем «Ужас». Яма. Так, мы видим у нашего парня три глаза. С третьего он стреляет. Умные достаточно. Умные у нас противники, которые прыгают от нашего. Графика у игры прикольная. Так, парень у нас монетку, если мы убьем данного чудика. Поехали. Машинка завелась. Давай. Кто? Так, патроны у нас бесконечные, я так понимаю. Так, у нас китайские собаки. Мы с ними разобрались. Ну, что, не знаю, игра пока мне нравится. Нет никаких претензий. Так, меня сейчас жахнули. Блин, собаки жесткие, что это стали. Мне вот это не нравится. Нет, только не умирай. Тебя прошу. Так, мы приехали куда-то. Эх. Новый персонаж противника паука. О, мы начинаем с самого начала. Ну что, вот такая у нас игрушка под названием «Третий глаз». Мне нравится, рекомендую вам попробовать в нее поиграть самостоятельно. Он летает у нас, пацан. А на этом наш краткий обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока. До новых встреч.